Я с ним знаком с 82 года. Его ответ мне 10 тысяч. Приехал, и мы занялись вместе с армянской диаспорой, повезли на рыбалку в Норвегию. Я живу. Меня это удивляет. Ну, наверное, на эту должность надо поставить Анну Васильевну. Она засекречена. Пусть население и скажет при выборах. Джулай фамилия его. Прям поет, глаза вверх уставит. Это сексуальный термин. А что, я человек обычный. У меня могут быть личные отношения к Джулаю, к вам. У меня личные отношения к Локтю, ко многим. Да, они личные, конечно, личные. Ошибки надо исправлять. Привет, друзья мои. Я опаздываю. Я напросился тут в гости к одному потенциальному кандидату в мэры, как говорят, к Сергею Дмитриевичу Проничеву. Но, к сожалению, задержался тут, перепутал с офисами. Здравствуйте. Здравствуйте. Опаздываю. Ой, извините, пожалуйста, Сергей Дмитриевич. Да. Сейчас я куртку сниму. Здравствуйте. Хотел вас спросить, вы меня, так, тут у вас запутаешься с офисами, сразу быка за рога. Говорят, по крайней мере, так говорит один очень знающий профессор и политтехнолог, что вы, не исключено, что вы пойдете в мэры на выборах, это так? Это не так. Не так было. А вот как будет, не знаю. Как будет, не знаю. Уважаемый профессор Виктор Иванович озвучил свои мысли в сетях. А мне теперь целый день звонят. Целые дни звонят. И всячески поддерживают. Почему? То есть, подождите, а поддерживают они, вы еще не решили, уже поддерживают, или да, вы уже да. решили? Ну, они же не знают, что я не знаю. Да, поддерживают и говорят, надо идти, в городе ужасная обстановка, терпеть невозможно, надо что-то делать. Та команда, которая работает, она не в состоянии руководить городским хозяйством. Подождите, команда не в состоянии, это ваше мнение или вам так говорят? Так говорят. А ваше мнение? А мое мнение такое же. Они на самом деле просто не могут руководить. Они не знают, как руководить. То есть вы говорите о команде нынешней мэрии, прямо очевидно. Ну да, о команде Локтя, так скажем. Я же давно живу. Я еще захватил и советские времена, где работал Иван Павлович, президент горосовета. Краснопольский Артур Михайлович, Алиджанов Али Халидович. И видел уровень подготовки тех людей, как они работали, как вопросы решали. При них и метро строилось, и строительные дела шли полным ходом. Все было. И уж, конечно, не было никогда вопроса о уборке улиц. Его просто не было. Подождите, тогда ведь тоже снег падал. Снег падал. И зимы были посудовые. Заносы были. И более того, работая в партийных органах, в промышленно-транспортном отделе Центрального райкома, я курировал Сахелу. Это что такое? Спецавтохозяйство. Эксплуатации линейного. Она и сейчас есть. Она раньше находилась на Фрунзе. Ну и все работало. Работало неплохо. Вопросов не было в уборке. Просто не было. А может, потому не было вопросов, что люди в советское время стеснялись, боялись? Нет, да что вы, Господи. Если бы в таком состоянии находились дороги, в немедленном плане было собрано бюро горкома партии, председатель горсовета или его заместитель, отвечающий за эти вещи, был освобожден с белым билетом, и мгновение бы все навели. Но, во-первых, не довели бы до этого никогда. В самом зачатии все бы это было решено.
О чем вы говорите? Уборка улиц. Но сейчас оправдываются зачастую, что не хватает средств, что... Так меньше праздновать надо. Меньше праздновать надо, деньги копить на зиму, аккумулировать. То есть вы полагаете, что даже при существующем бюджете возможно намного лучше убирать улицы? Конечно. Вообще, это даже не обсуждается в Северном городе. В Северном городе это не должно обсуждаться. Они должны убираться так, как положено. Есть примеры, что есть города другие, где лучше обстоят дела? Для вас вот примеры можете привести? Ну, я чаще бываю на юге, там нет снега. Сейчас целая эпопея. Пришли к власти люди, которые не понимают, как ей распорядиться. У них нет ни школы. Вообще вот. Вы сейчас говорите о городской власти или что? Городской власти. Понятно, школы нет. Вы же мне сказали про мэра. Да. Я про мэра и говорю. Конкретно говорю про город Новосибирск. У вас такое впечатление сложилось вот сейчас перед выборами? В фигурном катании есть дисциплина, школа? Есть произвольное катание. Правда? А наше катание на что похоже? А наше катание похоже на произвольное, без школы. А, дилетантское так. Дилетантское, да. Вот что-то прыгают, скачут, а как надо делать, не знают. У вас такое впечатление сложилось перед выборами вот сейчас или когда? Да почему? Я про эту команду говорю. Я с ним иногда встречаюсь, с мэром, я ему это и высказываю, прям по целому ряду вопросов. И что, как он реагирует? По дорогам я с ним и не говорил. А что мне с ним говорить по дорогам? Вы давно знакомы с Локтем? Я с ним знаком с 82-го года. С 82-го года. Я, как уже говорил, работал в партийных органах, в Центральной райкомпартии. То есть вы номенклатура? Да. А он был комсомоленском. Подождите, он был инженером? Ну, он в комсомольской организации работал. Инженеров не ходили в партийные органы. Там это боевой отряд комсомола был. А, он был комсомольским секретарем? Комсоргом, да. Он был. В институте? В НИИПе, в НИИПе. Уважаемый институт. То есть кому-то надо было организовать комсомол, и это был Анатолий Локоть. Да, да, да. Он, и каким он был Грищенко, комсоргом? А? Каким он был комсоргом? Не знаю. Не знаю, каким ходил. Он был комсоргом, но он приходил, и тогда мы с ним познакомились. Сергей Дмитриевич, а вот какой-то пример взаимодействия с Локтем вы можете вспомнить? Позитивный, положительный или, может, не очень положительный? Я забыть его не могу вспомнить. Он у меня в глазах стоит и в ушах. Я являюсь вице-президентом Международной ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом. В этом году будет 20 лет. Ну, это общественная работа. Занимаемся в целом по России. И для одной из наших организаций понадобилось в аренду помещение. В аренду, то есть будут деньги платить. И я походатайствовал перед мэром Локтем: выделите, пожалуйста, ему помещение в аренду. Деньги будут платить регулярно. Насколько я знаю, ему денег-то не платят за аренду просто годами. А дальше. 60 квадратов. Там организуется лекционный зал. Лекционный зал для родителей наркозависимых. Надо всегда разделять. Есть наркозависимый молодой человек и его родители. Они тоже становятся зависимыми. Зависимыми от этого ребенка. То есть у них свои проблемы, и с ними нужно заниматься, и разгружать их, и помогать, как это все решить. Ну, сложно очень. Не дай бог, у кого это будет. Ага. Он сказал: хорошо. Я это хорошо ждал целый год. Он меня замотал через Заматаеву, по-моему, там есть департамент социальный, Заматаева. Вот фамилия даже, с такой фамилией-то нельзя, наверное, и на работу брать в мэрию-то, Заматаева. И только отказали, не нашли, дать в аренду. То есть не подарок, в аренду? В аренду, платить деньги. И это сделал мэр, который обязан заниматься, у которого есть городской диспансер, в котором стоит на учете около 50 тысяч наркозависимых.
А стоят не все. Встать достаточно легко, а вот съехать достаточно сложно. А если ты стоишь на учете, это и права, это и на работу, это и прочее. Вот, грубо говоря, умножайте на 3. Подожди, то есть этого примера, еще какие-то примеры есть взаимодействия с локтем? Нет, я доскажу. Да-да-да. 150 тысяч человек в нашем городе, 1,5 миллионном, бродит по улицам наркозависимых. Что они могут сделать, что они завтра будут делать, какая смертность, кто бывает на кладбищах, видят сплошь молодежь, сплошь, сплошь. И мэр отказал вместе со своими аппаратчиками. Это где его благие намерения? Ему плевать на родителей, плевать на этих молодых людей, плевать на всех. Какие с ним могут быть отношения после этого? Человек даже этого не понимает. Согласен с вами, после этого это не вдохновляет, такие примеры. А все-таки какие-то, кто-нибудь, может, вам что-нибудь доброе рассказывал про действующего мэра? Ну, по-честному. Вот Джулай только мог мне рассказать доброе про него. И еще застройщики, которым выделяют землю в аренду, а аренду не платят они. Понятно. И как реагирует? Вот вы говорите, локоть, к локтю высказываю. Как он реагирует на вот эти ваши высказывания критические? Ну, например, я прихожу к нему и говорю: Евгений Анатольевич, у меня вопрос по строительной компании «Дискус», двоеточие, первое. Почему ваше предприятие «Горводоканал» не истребует с него 200 миллионов рублей, которым он уже 2 года не платит ни рубля? Что это такое? Чем он такой необычный предприниматель, что вы с него не требуете деньги? Что вы слышите в ответ? Мычание. Мычание. Второе. Я говорю, вы понимаете, что там могут быть обездоленные дольщики? Его ответ мне: 10 тысяч. Я говорю, и вы это скрываете, что ли? 10 тысяч потенциальных обездоленных, то да. Есть как это называется, обманутых дольщиков. Да. Вы скрываете? Ну, не должно же, говорит, быть такой реакции, которая возмутит весь Сибирь. Подожди, цифру 10 тысяч называет сам мэр? Сам мэр. То есть он в курсе? В курсе. А вице-губернатор при встрече по этому вопросу назвал меня 20 знатков. То есть это потенциальные, те, кто выйдут потом с митингами, да, с протестами? Ну, может быть, выйдут. Я не знаю, откуда они эти цифры берут, я ж не считаю. Но неважно, это те люди, которые потом будут говорить, что их обманули. Да, ну а что? Вот микрорайон просторный, более 40 домов, заселенные, но не сданы. Подождите, мы немножко о разных вещах говорим. Вы говорите о тех долгах, которые уже... Это его слова, 10 тысяч. Понятно, понятно. Да. А вы спрашиваете, почему... Этот «Дискус», да? «Дискус». Не платит по своим обязательствам. Вы об этом «Горводоканал». МУП «Горводоканал» – это предприятие мэрии, угу, муниципальное. А ему не платят. В то же время «Горводоканал» ежегодно повышает тариф. Там вам известно, каких цифрах? На мой масштаб... на мой запрос. Дайте, пожалуйста, расшифровку. Расшифровку долгов, кто должен «Горводоканалу», отвечает: нет, не дадим, она засекречена, от меня засекречена. Жители Новосибирска, которые платят за воду. А кроме того, что вы житель Новосибирска, чем вы еще занимаетесь, чтобы было понятно? Вот я не очень знаю сферу вашей деятельности. Когда-то вы занимались спиртными напитками, а сейчас? Я нахожусь на пенсии, но веду активный образ жизни, спортивный, в том числе и общественный. Я являюсь председателем совета общественной организации. Ассоциация в сфере ЖКХ. Понятно. А бизнес у вас какой-то есть? Что вы... Нет. В чем у вас ваш интерес? Нет. На сегодня у меня бизнеса нет. Все, что было можно, я продал, и ничего у меня нет. Не занимаюсь я бизнесом. То есть у вас сейчас прямой интерес только общественный? Только общественный. Ну и каково на пенсии живется, Сергей Дмитриевич? Мне живется на пенсии неплохо.
Ну, мы как-то встретились на улице, вы сказали, что у вас довольно хорошая пенсия. Заслужили, то есть заработали. Ну, официально 25. Понятно. Ну, это, конечно, большая цифра для пенсионеров, которые получают в два раза меньше. Сразу спросят, а чего это вдруг такая большая? Не знаю, так начислил. Так начислил. У вас хорошая зарплата была. Собес. Хорошие взносы. У меня высокие доходы были, высокие прочие. Ну, и все. А вообще по образованию вы кто? Давайте немножко про вас. У меня авиационное образование и экономическое. Авиационное — это же альма-матер, что у меня, НЭТИ, да? Да, да. НЭТИ, в каком году вы закончили? Самолетостроение. И экономическое заканчивал Институт народного хозяйства. Планирование промышленности. А по специальности работали по самолетостроению? Ну, конечно, на заводе работал долгое время. С какой должности начинали? Я туда пришел инженером-конструктором. Далее работал мастером, старшим мастером. В цехе? В цехе, замначальника цеха. Ну и так далее, как положено. А потом был приглашен на партийную работу в райком партии. Как человек заводской, у меня заводской опыт поменьше, но я считаю, что тот, кто имеет опыт работы на заводе. Мне было очень интересно, что такое партия. Хотя я потерял зарплату, я согласился и пошел. Не пожалел. Это было... А карьерные какие-то предположения были? Ведь в те времена партийная карьера вроде бы как была интересна. Ну как? Не было никаких. Надо было понять, что это такое за власть. Я работал на заводе, который окружен забором и окружен полком охраны. А что, на заводе не было карьеры, перспективы или что? Ну, дальше расти. Куда там расти, бог его знает. Это все по этой. Это интересно было. И в партийных органах вы до какого года были, до какой должности? Я был до 82 года. А потом? А потом я там отработал два с небольшим года, изучил все. Партийную и советскую работу, и был направлен директором объединения производственного. Какого? Сувенир назывался. Чем это? Чем занимались производством? Сувенирами. А, как называлось, так ведь как в советское время, как обычно, да, так и было. Как, да, называлось, тем очень, и занимались. Очень интересное предприятие, она меня в целом очень заинтересовала. Ну и развитие получил культурное. Работая с художниками и прочее. Керамика, изделия из металла, из дерева, пластмассы, ткани. А бизнесом когда занялись? А бизнесом я занялся, если мне память не изменяет, в 89 году. А, ну это вот кооперативное движение, когда уже встал на ноги, да? Да, да, да. И какой... Я знаю, что у вас были разные направления, разные. Разные. Какой из ваших проектов вам доставил наибольшее удовольствие, удовлетворение? А все интересные были. Все интересные были, пока... не стали очень тяжелые условия для такого бизнеса. Это примерно в какие годы стало тяжелее? Ну, я до этого еще поработал в облсполкоме, в управлении местной промышленности заместителем. Поизучал еще, как работают в советских органах. А потом, с 89-го, я очень активно ушел в это движение, создал ассоциацию, и в ассоциации у нас работало порядка там 16-18 предприятий разных. Ну вот вы занимались то сувенирами, то алкогольной продукцией, там ЖКХ, да, по-моему, да, еще. Было большое. Опыт в строительстве занимались? Нет. Нет. Ну вот из разных направлений бизнеса, какой вам наиболее интересный были, там, душу грело, что? Или какой проект оказался? Душу греет алкоголь. В прямом и переносном смысле. Вы что, выпиваете? Нет. В настоящее время я уже очень давно не употребляю алкогольные напитки. Категорически или в больших количествах? Крепкие категорически. А вина хорошая. Не отказывайте в удовольствии. Вернемся к нашим баранам. Меня удивляет больше. Вот я и говорю. Мэрия. Вернемся к нашим баранам. Мэрия. А это, правительство области вас не удивляет? Правительство области меня не удивляет, я просто к нему. Травников вас не удивил тем, что он поддержал Лук? Или, по крайней мере, заключил так называемый пакт или там договор с Луком? Это их дело же, правда. Это дело губернатора. Угу. Это дело прочее. Ну, они решили так, ну, сделали. Ну, на здоровье. Так меня удивляет там, где я живу. Я не живу в правительстве области. А вот в городе Новосибирске, где есть мэрия, я живу. Меня это удивляет. Меня удивляет, почему стоянок нет.
Меня удивляет, почему улица не убирается. Меня удивляет, почему создаются преференции для какой-то либо строительной компании. А кстати, вот меня тоже интересует, вот преференции. Можно ли это назвать признаком какого-то каких-то нехороших действий? Некоторые даже используют слово коррупция в таких случаях. Не знаю, это должны компетентные, вон видите, в окно УВД. Мы сейчас немножко подскажем зрителям, где вы проживаете, где вы работаете, знаешь, где у вас офис. Окно УВД, это к ним надо обратиться. Ну, понятно, что квалификацию должен вообще суд давать. А вот, ну, вы сказали, вас удивляет, ну... Но я давайте, как... я прямо спрошу, раз разговор пошел прямой. Как вы думаете, можно ли говорить о том, что локоть не такой уж независимый, каким может показаться, или как он декларировал сначала? Ну а как? Можно что угодно декларировать, работая депутатом Госдумы, а потом мэром его ближайшего помощника Суваряна садят за взятки. Начальника управления промышленности, по-моему, Колю Терехова, сядут за взятки, да дают-то от 8 и больше. Ну, мэра Потапова, мэра Бердска, 12, ну он коммунист же. В департаменте судят Елисеева, заместителя. Кстати, про коммунистов. Вы работали в коммунистических структурах, были членом КПСС. Да. А сейчас как вы относитесь к КПРФ? Как бы они правопреемники? Или какие они, как вы сегодняшних коммунистов оцениваете? КПСС у меня самые добрые воспоминания. В КПСС работали очень грамотно подготовленные люди, как правило, прошедшие производство и хорошо знающие нужды предприятий, учреждений. Они принимали очень выверенные решения. Другое дело, что там что-то подгнило вверху. Так почему Советский Союз развалился? Можете назвать причину? Ну, это не вина коммунистов города Новосибирска, горкома партии, не их вина. Это вина, наверное, московская, почему развалилась. Об этом можно долго говорить. Да вы, наверное, знаете, почему развалилась. У меня есть свое мнение, но сейчас... Как можно иметь одну партию, в которой нет никаких течений, в которых нет других мнений, и руководят, ну, старики. Старики, да еще и больные. А вот сегодняшние коммунисты, как вы их оцениваете? А сегодняшние это не коммунисты. КПСС и КПРФ это разные вещи. Ну, там же те же красные знамена, те же традиции, праздники, призывы. Ну, как вам сравнить? КПРФ это имитаторы КПСС. Как это слово? Симуляр или как-то такое? Ну, имитация, короче, понятно. Вибраторы. Вибраторы. Красные вибраторы. Это сексуальный термин. Они нет. Они используют бренд. А по большому счету они приспособленцы. Ленин бы нашел, как сказать, там приспособленцы, уклонисты и так далее, и так далее. У него хорошо это получалось. А вы по убеждениям остались коммунистом или как бы вы себя определили? Я по убеждениям реалист. Но светлые идеи, которые донес Владимир Ильич, Карл Маркс и Фридрих Энгельс, мне очень приятно. А светлые идеи по... Ну, мы же вот вернемся к нашему городу опять. Если бы вы были мэром, так сформулируем, что бы вы сделали прежде всего для того, чтобы наладить хотя бы вот уборку улиц? Ну, наверное, на эту должность надо поставить Анну Васильевну Терешкову. Мэра или уборщика улиц? Департамент, да, благоустройство, так вот называется. У нее очень много энергии, у Ани. Она бы это решила вопрос на раз-два. То есть Терешкова бы справилась? Справилась. А от культуры ее лучше убрать и в культуру передать Шварцкопу, потому что он ничего в ней не понимает. Хоть театры не будут мучить. Что, а вообще культурой надо руководить? Не надо ими руководить, они сами знают, что им делать. Но то они и артисты. Хорошо. Так вот, решение Анну Васильевну поставить на уборку, этого достаточно? Достаточно, и улица будет чистая. То есть, вообще, правильно ли я понимаю, что главный вопрос кадровый? Кадровый, конечно, кадровый. Ну, как может такой работать первый зам Захаров Геннадий? Господи, боже мой.
А что такое? Что не так? Да ничего не так. Он ничего не делает. И ничего не знает, как делать. Я просто знаю его очень давно, с 82 года. Он никогда и не делал ничего, будучи главой района. Как же он оказался на такой высокой должности? А спросите Лактя, кто ему его посоветовал? Он его знать не знал. Пусть скажут. То есть Захарова Лактю привели, что ли? Так надо вас понимать? Я думаю, да. А кто же такой убедительный для Анатолия Евгеньевича? Кто помогал ему избираться. А, были заказчики, может быть, даже так? Помощники. А, помощники избраться. Да. Ну, тогда же коалиция. Помощники, вот. Кураторы. Ну, в том числе и я. Вы помогали Лактю избраться? Помогал, да. Материально или как-то? Находился, ну, история умалчивает. Находил са на Пхукете. Он позвонил, попросил помощи, чтобы приехал. И мы занялись вместе с армянской диаспорой продвижением его. И вы подключились? Угу. И как вы сегодня оцениваете свое тогда решение? Ошибочное. Почему? Как же вы ошиблись? Вы же, так сказать, человек не мальчик, уже опытный и так далее. Причина ошибки? Ну, ошибся. Вы надеялись, что локоть будет другим, или он вам или он будет к вам иначе относиться после избрания? В чем ошибка? Да мне от него ничего не надо вообще. А что ко мне относиться? Я у него ничего не прошу, ровным счетом. Вы ожидали, что он поведет себя иначе, чем Знатков или Ксензов? Как они вели, мне было известно, как он будет вести, я не знал. Думал, что будет вести себя эту работу лучше. И как вы думаете, почему у него не получилось? А почему я должен смотреть на все, вот на это, то, что как извратили весь город? Что это, архитектура, что ли, города? Без стоянок, с этими мучительными забиранием машин, как их называют? Штрафстоянки. То есть штрафстоянки строить можно массово, а вот стоянки простые строить нельзя. Их вот, нету. В чем причина? Низкая квалификация руководства или какой-то злой умысел, недопонимание, или это какой-то коммерческий интерес? Так пусть население и скажет при выборах. По выборам понятно. Как вы думаете, вот ваша неудовлетворенность, ваше недовольство сегодняшней властью? Я думаю, локоть попал под чье-то влияние сразу. Вот насколько я знаю, он месяца через два, как только избрался, его повезли на рыбалку в Норвегию. Были такие разговоры, а свидетели такие были? Ну, есть люди, которые туда, не знаю, не подтвердят. Легко запросить границу, там скажут, что проезжал. Да мало ли, ездил в Норвегию, а с кем он, вернее, там он ездил не один, так надо понимать? Человек 10. Заинтересованных не только в рыбалке людей, человек 10. Угу. Понятно. Чего они там на льду шептались, я не знаю. Но вы не исключаете, что они до чего-то дошептались? Может, и дошептались. Я активно там не вмешиваюсь в эти дела, это совсем вот, ну, как бы вот неожиданно все стало. Да, я смотрю. Занимаюсь ЖКХ, ну, как общественник. Ну, достаточно хорошо ориентируюсь в ситуации в городе. Вы ориентируетесь в ситуации. Как вы думаете, что произойдет, если Локоть снова будет избран мэром? А все ухудшится, да и все. В нынешней ситуации может ли быть человек, который исправит эту ситуацию? Искать надо и предлагать жителям. У вас есть кандидатура? Есть. Фамилия на П начинается, кончается на В? Нет. Очень хорошая кандидатура — Николай Красников. Мэр Кольцова. Угу. Я делал с ним интервью, мне понравилось, как к нему относятся в поселке. Это очень хороший руководитель, честный, порядочный, грамотный. Еще и стихи сочиняет. Да, еще и спортсмен. И спортсмен. А вы спортсмен? Спортсмен. Сколько времени в день или в неделю вы уделяете физической подготовке? Два раза в неделю. Чем занимаетесь? Теннисом. Теннисом? Здорово. И это круглый год? И зимой тоже? И зимой. Летом на летнем корте, зимой в спортзале. У вас много друзей-спортсменов? Вот когда человек
уже, ну, мне 67 лет, да, уже многие из тех, кем я что-то начинал, ушли из жизни. А с молодыми, ну на 10 лет туда, не так просто и сойтись-то, понимаете? Вот слово «друг» — это совсем другой формат. Знакомых, да? Тогда про других людей я бы хотел спросить. Вот вы видели руководителей в советское время, в послесоветское время. Вот из руководителей города, ну, кто на слуху, может быть, вот кто живой, давайте о тех, кто живой. Кого вы можете сказать, что он бы лучше справился, чем Локоть? Если бы его он вернулся. Я не говорю, что пусть вернется, но если бы. Я не смогу на это ответить. Все находятся в престарелом возрасте. А ну, кто-то ушел из жизни. Ну, а как остальные руководили? Ну, он только 5 лет, вернее, 5-й год последнее. Да это уже тоже было по-другому. То есть полагаете, что Городецкий был не хуже, чем сейчас Локоть? Городецкий был лучше Локтя. Но его так любят критиковать, Городецкого? Городецкий опытный человек, второй секретарь Первомайского райкома, председатель райисполкома. Он и в советское время знал все эти вещи. Он опытный человек. Как называется? Крепкий хозяйственник, это так называлось? Да, он хорошо все понимает. С Филипповичем можно работать. Другое дело то, что он где-то что-то... Ну, не так делал, так это многие могут делать. Вот скажем, вот сегодня у нас все забыли про снегоплавильные машины, которые строят большие деньги. Их как и нет, правда? Да, уже говорят, запретили работу, прокуратура закрыла работу снегоплавительной станции на Фрунзе, например. Ну, или там передвижная машина была. Но это вы имеете в виду, эти ошибки Городецкого называете? Об этом говорите? То ли ошибки, то ли ввели в заблуждение, то ли еще... Ну, неудачное решение. Неудачное решение, скажем так. А у Локтя какие неудачные решения? Тот же бы и Знатков справился гораздо лучше, хотя его не избрали. Такое впечатление, что вы говорите о том, что любой на месте Локтя был бы лучше из тех, кто претендовал. Даже я справился бы лучше. Так вы готовы стать мэром, если бы вас избирали? Я разговариваю по телефону и слушаю обо мне мнение. Я ни к чему пока не готов. Но вы не исключаете, что вы можете быть готовы, если так ситуация... Нельзя исключать, что я могу помереть завтра. Понятно. В том числе и вы, и все. Нет, давайте останемся живыми. Ничего наши... исключать в жизни нельзя. Хорошо, вы сказали про мэра Кольцова. Если будет продолжаться вот такое его политика по отношению к строительным компаниям, ну, в данном случае дискуса, то что-то надо делать. А в чем заключается эта политика? Вот кроме того, что там водоканал или что? Создание преференций. Они обыкновенные собственники строительных компаний. Это ко всем строительным компаниям относится? Не или ко всем. Или к очень данном случае строительная компания «Дискус». Простите, я прямо спрошу. У вас личная неприязнь или какие-то другие? В том числе, как... Лично я с ним не знаком вообще, чтобы у меня были неприязни. Я с ним никогда не разговаривал, никогда не встречался. Вы говорите о руководителе «Дискуса», да? Да. Джулай фамилия его. Понятно. Джулай. То есть прямой личной неприязни, да, у вас нет? Джулай. Не то, что там, как это в кино, кушать не могу, такого нет. Как его звать-то, я даже не помню. Джулай? Джулай такая вот вроде как. Он. Ну, фамилия редкая, желающие найдут, он депутат городского совета, его можно найти. То есть к Джулаю, его фирме, вы наблюдаете не... Неоднозначное отношение в мэрии. Скорее всего, у него ко мне неприязнь, чем у меня к нему. А у Локтя, наоборот, приязнь. А у того приязнь. Без намеков прямо. Там эта дружба давно началась, вы не в курсе? Моя? Нет, у Джулая. Приязнь началась с августа 2017 года. Какой-то повод был? Он устроил митинг. Джулай устроил митинг, да. На котором вас вспомнили или что? Ну да, на котором меня вспоминали очень хорошо. Причем здесь я понятия не имею. Так, может, давайте так, прямо, чтобы зрителям было ясно. Вы руководствуетесь сейчас вот этими личными отношениями или чем-то еще? В том числе и личными. А что, я человек обычный. У меня могут быть личные отношения к Джулаю, к вам. У меня личные отношения к Локтю.
ко многим, но они личные, конечно, личные. А что, у меня должны общественные быть? Какие? Что такое общественное? Ну да, все мы люди у нас, мы руководствуемся именно впечатлениями, которые жизнь создает. Конечно, а как? Вот, я руководствуюсь тем, так как, ну личными ты руководствуешься. Любой человек руководствуется личными. С тем приятно, с этим неприятно. Ну терпишь, если польза есть. Мне нравится ваша откровенность. Итак, если, как вы думаете, если изменится у нас фамилия на кабинете мэра, Джулай от этого сильно проиграет? Его приведут в соответствие с законом, да и все. А что он выиграет, проиграет, не знаю. Понятно. А город от того, что у нас сменится мэр, скорее выиграет или проиграет? Да не скорее, а точно выиграет. Локоть не в состоянии организовывать работу городского хозяйства. Не в состоянии. Он не знает, как это делать. У него и кадров нет, и не будет. Если вас пригласят... Сильным мэра работают сильные заместители, сильные руководители департамента. Так было всегда и будет. А мэр, который плохо ориентируется, а он пришел в мэры, по сути, вот из НИИ. В НИИ работал он, по-моему, завсектором, потом сразу в депутаты Госдумы. Депутат Госдумы – это не специальность. Ну, это такая общественная деятельность или да, как? Ну, не специально. Законы вырабатывают. Да, там не учат, как это руководить городским хозяйством. А потом сразу на город, это была ошибка. В том числе ваша. В том числе и моя. И в том числе население. И теперь вы хотите эту ошибку исправить. Исправить. Ошибки надо исправлять. То есть либо сам, либо кого-то вы поддержите. Да. Например, кроме Красникова, кого бы вы назвали? Красникова. И никто. Не проиграет. А если Красников не захочет, например, вот сейчас говорят про Сергея Бойко, вы что-то знаете о нем? Я его видел за свою жизнь раза два мельком и все. Но у него тоже нет опыта управления городом. Зато у него есть уже некоторый политический опыт и немножко и неплохой опыт в бизнесе. Видите, вот слово горсовет, там работают политики, мэр это политик. Какой тут политик? Дома убирать, детей учить, людей лечить. Какая политика? Это хозяйственная деятельность в типичном виде. А горсовет это надзирающий за исполнительной властью орган. А сейчас горсовет надзирает над мэром? Или а судя по последней записи, как поет Асанцев, то они один город, один на двоих у них. А вы этот клип имеете в виду? Да, то, ну слушай, ну какое там надзирание. Там восхищение мэром. Прям поет, глаза вверх уставит это. То есть вы думаете, что депутаты с мэром удовлетворены взаимно? А практика есть в России, что исполнительная власть предлагает определенные преференции депутатам, и они становятся послушными. Это обвинение или предположение? Предположение. Понятно. Вы человек, при всей вашей откровенности, вы человек достаточно опытный и осторожный. И поэтому я так думаю, что то, что мы с вами договорились насчет интервью, это не случайно. То есть это продуманный ход. Продуманный. Я к вам хорошо отношусь. О, спасибо. Почему взаимно. Нет? Мне тоже интересен человек, который умеет говорить нет? откровенно. Если пришел бы кто-то с комсомолки, я бы не стал разговаривать. Почему? Не хочу. Вы человек не бедный. Сформулируем это так. По крайней мере, у вас неплохая пенсия. Как вы думаете, если бы я попросил за это интервью деньги, вы бы мне дали? Нет. Почему? Просто так дал бы, а за интервью нет. Ладно, я подумаю, если будут проблемы, я возьму в долг. Но это о том, что... Ребята, я в самом деле стараюсь сделать свои интервью на основе интереса, причем не материального, а именно информационного. Мне кажется, собеседник Сергей Дмитриевич интересный, и мы продолжим разговор. Мы продолжим разговор. Еще пишите ваши вопросы, замечания. И такой эксперт, как Проничев, опытный человек, оказывается, у него, я не знал, что у него есть опыт управления городского, вернее, там управление работы административной, а еще и в бизнесе, а еще он и пенсионер опытный, как видно. И я думаю, что такой человек для нас будет интересен в дальнейшем. Мы еще увидимся, если будут вопросы, Сергей Дмитриевич. Буду жив обязательно.
Да куда же мы денемся, вы же занимаетесь тем сам. Я про вас говорю. Это интересный намек, ладно. Спасибо, увидимся. Счастливо.